Ты моя пухля. Я твоя пухля. Мне позвонили и предупредили о договорном матче. Я скоро сказочно разбогатею. Сделай ставку за меня. Слушай, я тут на мойке подзавис. Паренек. Че, сколько с меня? 2 рубля хватит. Мы хотим развести дорогих первоклассных телок. Китайский футболист. Так точно. А ты стартапер. Эти две девчонки – это просто Клондайк. Начинаем операцию. Помни, ты должен выглядеть респектабельно, а не как всегда. Что? Ничего. Респектабельно. Если вдруг я заказываю томатный сок, это означает, что ты тут же должен заткнуться? Это просто наша мужская суть. Мы на работе о бабах, с бабами о работе. Молодой человек, а будьте добры, томатный сок. Нужно собрать команду. Так, расписание. Когда вам надо? Завтра. Смотри мне, без всяких баб там. Бабы зло. Будем давить на жалость. Скажем, что у тебя опухоль мозга. А что это у меня? У тебя же травма. Так у меня же не мозга. В твоем случае именно мозга. А вам никто не говорил, что вы похожи на Де Ниро? Главное, чтобы вы вернули мои деньги. И именно этот миллион. Непростое время живем.